Ребята, как вы думаете, что это за песенка сейчас звучала? Кто угадает, тому респектуха и уважуха. А сегодня необычный выпуск. Рекомендую вам канал Станислава «Реальная Европа». На мой взгляд, это самый качественный контент про водителей автобусов. Четкая и понятная речь, красивый кадр. Материал подается на высшем уровне. Увидел я его ролик в Ютубе случайно, буквально за пару дней до скачка просмотров одного из видео. И что интересно, один ролик выстрелил, набрав за несколько дней 1 000 000 просмотров, а второй ролик, и не менее качественный, набрал лишь только 20 тысяч. И здесь мне совершенно непонятна логика работы алгоритмов рекомендаций Ютуба. Почему так? Слово. Ну а вторая рекомендация на сегодня – канал про Майнкрафт от Маши. Называется Fire Leon. Любителям этой игры должно понравиться. Есть видео даже на целый час. Проходите по ссылке. Поддержите человека. Начинать всегда непросто. Спасибо за то, что смотрели нас. Такой он голубенький. Это хотя жители больше любят изумрудики. Так, распакуем новый автобус. Все еще в целлофане. Вон теперь какое блестящее. Блестящее. Лучше снять сразу, чтобы потом оно не прилипло вообще по полной программе. Обожаю делать вот такую, снимать все с новой машины, все снимать. Что может быть лучше? Так, тут что-то не хочет сниматься уже. Зацепить сложно, пропустим. Так, это сняли, это тоже. Тоже снимается тяжело. Тяжеловато. Сейчас здесь скину мусор, потом его заберу. Красота. Красота, да и только. А изначально еще были и эти наши сиденья, даже в целлофане. Так. И тут снимем. И там снимем тоже. Тут тоже. Здесь от нас хотела спрятаться от нас. Но от нас, конечно же, не спрячешься. Мусор сюда, а это здесь. Так, тут что-то двумя руками желательно, конечно, делать. Тут чисто, теперь здесь. В
готово. Чистота. Вот это работенка, да, ребят? Можно надолго с этой работой тут залипнуть. Надолго, надолго, надолго. Мусор здесь. Тут снято, тут еще надо. И тут вот тоже. Интересно вам такое видео? Напишите в комментариях. Так, одна у нас где-то осталась. Вот она. Последняя, самая крепкая. Но мы и с ней справились. Все, автобус распакован. Всем спасибо, что смотрели.